Продолжаем выпуск. На волне здоровья попасть на прием к врачам из федеральных медицинских центров – такую возможность самарцы получили во время всероссийской акции. Лучшие медики путешествуют по стране на теплоходе. В городах не только говорят о здоровом образе жизни. Так кардиохирург Лео Бакери наглядно показал, что такое жизнь в движении. Шагают не очень дружно, но с пользой. Темп задает главный кардиохирург страны. Лео Бакери советует не отставать. Говорит, медики давно подсчитали, 2 часа прогулок в неделю продляют жизнь на 7 лет. Мы хотим, чтобы вся страна ходила, чтобы они не сидели в пивных ларьках, чтобы они не дрыхли до 10, до 11 утра, а потом спать ложились в 1 ночи бухими. Профилактическое направление, оно имеет место быть, но его нужно усиливать и развивать, чтобы люди понимали, что здоровье – это капитал. Как любой капитал, он требует, ну, что называется, вложения в него, обновления. И если здоровье будет крепким, то и, соответственно, будет долгая жизнь, и отдача, и творческая, и жизненная. И возьмите рекомендации от прогулки с врачом, за какими параметрами нужно вам следить ежедневно. Здесь же измеряют давление, дают консультацию по поводу лекарств. Вопросы о наболевшем задают пенсионеры. Встать в 9 утра в воскресенье желающих среди молодежи не оказалось. Образ жизни надо менять, побольше двигаться, побольше гулять. Но вот тот темп, который был задан от начала, для меня это я уже так шла с напряжением. Прогулки с врачом – только часть акции. В первую очередь здесь ценят возможность получить консультацию у лучших врачей страны, в том числе по детским болезням. Первая волна здоровья прошла 6 лет назад. С тех пор больше 4000 детей прошли медицинское обследование, в том числе в лучших клиниках Москвы. Екатерина Деменчук, Владимир Терентьев. Новости губернии.